Год, казалось бы, очень много, но мы все еще вспоминаем тот юбилейный концерт. Нам досталось самое волнующее. Приехали все выпускники, и собрался почти весь город. А мы открывали этот концерт своим полонезом. Солистка Свердловского театра оперы и балета, заслуженная артистка РСФСР Вероника Кузнецова и солист Пермского театра оперы и балета Альберт Гомза. Солистка Пермского театра оперы и балета, заслуженная артистка РСФСР Марианна Поткина и солист Воронежского театра Геннадий Малхасян. Танец поставлен во время гастроли артистов в Республике Куба. Конкурса балетов «Варня», заслуженный артист республики Лев Асауляк. Заслуженная артистка РСФСР Марианна Поткина и солист Львовского театра оперы и балета Герман Юсупов. Thank you.
очень приятной для меня была встреча с Катериной Валановной. Конечно, поразило новое училище. Прекрасные условия, в общем, современные, шикарные. Да, это действительно, потому что мы-то учились, вообще казарма была. Нет, я что-то все забыла. С тех пор, как я сын родился, я все позабыл. Я помню старое училище, когда мы приехали. Министерство культуры РСФСР. Благодарим за большой самоотверженный труд, за воспитание специалистов, обогативших искусство советского балета. Дирекция и коллектив Театра оперы и балета Монгольской Народной Республики. По праву вы можете гордиться вашими выпускниками, которые составляют лучшую часть труппы нашего монгольского балета. Много выпускников Пермского училища, составивших основное ядро балета. Пусть ваше вечно юное искусство будет всегда вдохновенным и радостным. Пусть оно приносит людям счастье и весну. Удачи вам! Больших творческих успехов! И, как говорят студенты, ни пуха, ни пера. Педагогами, которых мы не видели много лет, как Екатерина Николаевна Гериней. С нашими дорогими выпускниками. Вот это первая исполнительница Танечки. Рима была обезьяной большой. Игорь был исполнитель поросенка. А и балет у нас хорошо шел. Хорошо шел? Малышни-то много. У нас маленькие. Маленькие, они все умилительные такие. Здесь, девочки, в Перми был в эвакуации замечательный театр, ленинградский балет. И тут была и школа ленинградская. И когда настало время реэвакуации, когда они возвратились в Ленинград, то местные организации захотели, чтобы здесь организовалось училище хореографическое. И вот я была приглашена с Новой Станиной Багиной, директором, и мы организовывали эту школу. Сначала потом казарма. Потом казарма. До лисицы не дошла, а мама говорит, а я дошла, до лисицы не дошла. Я кошку танцевала. Вот кошку и лису я тебя помню, но обезьяны и кошки. Никогда не перемазали. Посмотрите, творческий рост, какой был у Сулика. Что вы творили? Потом очень хорошо было, как у меня Балясников заснул в корзине как-то. Жили мы не здесь. Жили мы сначала, у нас было помещение на Ломачарке. Помещение, конечно, совсем не такое, как вы сейчас имеете. Это время было для нас тяжелое. Но оно прошло. Вы имеете все. Нам очень хочется вставать, все-таки рано еще. Но приходится, у нас 8:30 классика, нужно подготовиться, позавтракать. Ну, хорошо, что училище рядом, а то бы приходилось очень далеко бегать. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Мне Оля. А, две Оли, да? Да. А в каком классе вы учитесь? В первом. В первом классе. У вас сейчас урок? Да.
Да. Какой? Классика. А потом что? Потом спектакль. Леонид Израилевич, наверное, очень сложно составлять такое расписание. Ну, примерно неделю приходится его составлять, потому что нужно так сделать, чтобы дети попадали ежедневно на общеобразовательные предметы и на специальные предметы. Нужно в расписании учесть все, потому что у них день случайно занят. В первом веке до нашей эры число рабов значительно увеличилось. В настоящее время в технике широко применяются реактивные двигатели. Педагогам, так же, как и хирургам, надо родиться. Надо иметь дар педагогический. Надо иметь педагогический дар. Уметь научить ребенка. Не только показать и объяснить, уметь потребовать ребенка. Суть урока заключается в основном в том, чтобы научить ребенка отдельным движениям и специальной их последовательности. Вот говорят, сочинить урок. Что значит сочинить урок? Вот педагог занимается творчеством. Педагог определенно занимается творчеством на уроке. Вот, потому что у нас есть только программа, в которой предусмотрены отдельные движения. И совершенно нет никаких комбинаций. То есть нет готовых вариантов этих движений. Все эти варианты мы должны сами сочинить, так, чтобы они были полезны. И чтобы движения были скомпонованы удобно. Чтобы комбинации были и силовые, и танцевальные. Все движения у нас должны быть сделаны художественно, от начала до конца, начиная с «Батман Тандю». Есть такая поговорка: «Сделай «Батман Тандю», я скажу тебе, какой ты танцовщик». Так вот, с этого нужно обязательно и начинать. Все должно быть художественно и отделано. Оля, а скажи, а трудно учиться? Что самое трудное на уроке? Вот тебе что труднее всего делать? А? Садик. Каждый ученик имеет свой характер, свое восприятие. Поэтому каждому ученику мы имеем отдельный подход. Мы стараемся воспитывать в нем настоящего художника своего дела. Чтобы он сознательно работал, сознательно творил. Ну, бери еще раз хлопать. Тяни ногу, тяни, тяни, крепко, 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 крепко. Нет, очень много подхода. Там за себя можно. Ты смотри, не дорогу. Шираф бросаешь на полдороги. Закончи головой, взгляд в косы. А потом возьмешь. Обязательно закончи. Напрягай колено опорной ноги. И тяни кверху, 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 Аля. Вот так головку переведи на глаза за себя, ногу за себя. И больше корпуса взгляд сюда, а теперь собирай ручки. И мягко, очень мягко, не надо перетаптываться. Вот сделай мне это еще раз, и все светло, как следует, чтобы не было подскоков, чтобы это было чисто. И тренировка обязательная и сознательная, причем тренировка, а не просто дрессировка, если можно так выразиться. В этом и есть творчество. Готово, поза, четыре, стойте, и раз, вниз, правый бочок держать крепко, поднимаемся, четвертый счет, на весь стоим, стоим, четыре, стой, полупальчики показываем, раз, и два, тянем коленочки крепко. Движение должно быть настолько отлично сделано, чтобы оно как бы дышало.
оно было законченным, вот так же, как картина у художника, например. Он делает какую-то последнюю точку в глазу своего портрета, и она начинает быть живой. Он предвыпускной, а выпускается на будущий год. Здесь большое внимание уделяется баллону, развитию баллона и элевации, техники. В этом году, собственно, кончается изучение программы. Поэтому у них очень трудные движения, очень трудные такие виртуозные па, которые потом пойдут, из которых состоят вариации, все и па де-де, и все такие сложные классические номера, которые танцуются в театре. А в чем особенная трудность? Умение в воздухе держать тело. Самое трудное, что дается, потому что, как говорится, человеку не дано летать в воздухе. А вот здесь надо преодолеть это и научиться держать тело в воздухе, чтобы зритель мог разглядеть. Девочка, скажите, вот вы уже целый год проучились, да, в школе? Да. Вот что вам больше всего понравилось в школе? Мне больше всего понравилось выход первый раз на сцену в оперном театре. Я танцевала вместе с Варей. Сначала я очень боялась, но потом, уже последние разы, перестала бояться. А что тебе страшно? Что ты боялась? Я боялась множества народу в зале. Запнулись, только третий кусочек наш маленько не в музыку шли. Учиться вставать, значит, показывать суть дела. Именно выучить, хотя он не способный. А можно не способна выучить? Да, я сама не способна. Как очень, я очень неспособна. Вообще, данные мои по сравнению с теми девочками, которые все стояли, дорогой, меня бы не приняли, даже духу моего бы не было. Меня учили очень хорошо. У меня основа была, о чем я и говорю. И я всю жизнь буду благодарить, так сказать, свою судьбу, что я попала в Пермь. У нас новый педагог будет. Она была солистка Прима. Она очень хорошая. Строгий педагог, потому что ее фамилию мы знаем, а что... Вам надо строгий педагог? Да, да. Если не строгий, то вы на голову. Очень хочется быть актрисой. А что ты хочешь? Вот какая у тебя мечта? Я хочу быть солисткой. А что танцевать? Хочу танцевать Адетту из Бахчисарайского. Фонтана хочу танцевать. А что тебе больше всего нравится в школе? Из уроков? Из предметов мне больше всего нравится классика и исторический танец. Исторический? А как ты сдала исторический? Исторический я сдала на 5. А ты очень волновалась, когда был урок? Расскажи, как ты сдавала урок? Расскажи. Зашли педагоги, мы поздоровались и сначала танцевали
первая группа. Они не запутались. А мы... Я один раз сбилась. А под этро? Под этро я не боялась, я его хорошо знала. Он был коротенький, все-таки легче. Ты за девочек волновалась? За девочек волновалась. Они, ну, тоже путались и тоже терялись, но все-таки стали и не убежали, не сделали такую грубую ошибку, как и я. Убежала. Перед самым экзаменом мы изменили полонез. И я вышла раньше, чем нужно было. И я волновалась, что за это мне снизят оценку. Поэтому я все время подглядывала. Я вам зашлю ваши оценки. Акиничева, 3. Ну, не стоит огорчаться, девочка. Все исправимо. Невоструева, 5. Новоселова, 4. Могла бы тоже лучше. Попков, 3. Рачинская Белла. Что в глаза сделала такие большие? 5. Ну и как? Но оценку мне не снизили. Сказали, что за это отметки не снижают, это же не на сцене. Учиться трудно. А что самое трудное? Самое трудное – это классика. Недавно у нас был экзамен, вчера. Я сдала на 4. Таня, вы когда закончили училище? Я училище закончила в 1957 году. Ну и сколько лет вы работаете здесь педагогом? Педагогом я работаю самостоятельно второй год. Второй год. И да. Одновременно танцуете в театре, да? И одновременно работаю в театре. Ну и как, вы уже почувствовали себя педагогом балета? Ну, как сказать, тут трудно сказать, почувствовала или нет. По крайней мере, у меня есть большое желание к этому. Мне эта работа очень нравится. Если бы это мне не нравилось, то, пожалуй, я бы и не вела эту работу, потому что сочетать работу в театре и в училище довольно трудно. Екатерина Николаевна, в этом году в училище много молодых педагогов. Расскажите о них. Все наши выпускники Пермского училища. Тут нету других. Слишком рискованно, столько классов поручать молодым. Нет, не слишком рискованно. Это просто необходимо. Мы обязаны готовить и готовить и готовить кадры на смену. Слишком большое училище, у нас великолепное здание. У нас все возможности для того, чтобы мы выпускали хороших танцовщиц. Нам на блюдечке никто ничего не преподнесет, мы должны сами все это готовить. Но вы довольны? В общем, да. Но чудес на свете не бывает. У каждого педагога были свои недостатки. Педагогом стать не так легко и не так просто. Это приходит со временем. Тем не менее... Это не всегда бывает так, что хорошая танцовщица может быть хорошим педагогом. Педагогика требует от человека большой дисциплины, самодисциплины, характера, воли, настойчивости. Можно очень хорошо знать, можно очень хорошо разобрать, но не уметь передать ученикам. Это две разные вещи. Ну и как, вот расскажите, вот мы вас снимали на экзамене. О чем вы думали на экзамене? Вот какие интересные... На экзамене я думала только о том, и, можно сказать, даже не видела своих учеников. Думала только о том, как это все пройдет, сумела ли я дать. Меня судили в этот момент педагоги, у которых я сама когда-то училась. И поэтому мне, конечно, было очень... Это был экзамен, собственно, для меня. Они все грамотные, они все хорошо знают методику. Они все могут преподавать, но для того, чтобы преподавать в Пермском училище, к ним, конечно, будут предъявлены очень серьезные требования. Как бы ни двигался класс, все-таки он еще есть что-то. И потом это умение видеть, где двинуть, где остановить, это, по-моему, работа должна продолжаться до самого выпуска. Ни в коем случае в этом классе нельзя, конечно, показывать большие туры, большую позу, брать их с пола, со второй позиции, сразу рвануть а-ля склон. Лучше, конечно, припросен большой присесть и дать большой круг, двойной особенно, ты берешь.
Это лучше делать так, конечно, чем брать полу. У них, понимаете, руки иногда делают такие совсем непроизвольные, нехорошие движения. Значит, вот голову надо освободить за счет спины, руки надо несколько, так сказать, более по-мужски, покрепче, поаккуратнее следить за руками. Юрий Иванович сказал, я когда-то ему говорил, когда он начинал в этом школе заниматься, что обязательно надо турно. Обязательно. Это должно быть. В младших классах это должно быть спокойнее. В старших классах это приятно турно сделать на полупальцах, дорогой мой. Вот на полупальцах надо без турно. Я понимаю, милый, что это безумно трудно. Вот это девочка хорошо понимает, что это очень трудно, но к этому надо. Йо, вы за четвертый год преподаете, но вы ужасно волновались на обсуждении. Скажите, о чем вы думали, когда мы вас снимали? Не знаю, я очень волновался на уроке. Этим выпуском класса я заканчиваю 5-й год в училище работы своей. Ну что, вы спрашиваете, как я себя чувствую? Конечно, на экзамене каждый раз волнуешься и думаешь, что еще до педагога настоящего ты не вырос, и, по-моему, всю жизнь не вырастешь. И все время приходится в школе учиться, да? Да, мы все выпускники, которые работают в Пермском театре, ходим заниматься сюда каждый день. Каждый день учимся у наших старших товарищей, у наших старших педагогов. Я у Плахта. Сколько в общей сложности вы уже учитесь? В общей сложности я учусь 46-го года. И это будет продолжаться, очевидно, всю жизнь, да? Всю жизнь. Ну, их, подожди, подожди немножко тоже еще. Подожди, пока по краю. Там вот голубым нужно, голубым лучи. Голубым? Ага. Вообще тогда ничего. Голубым лучи. Там кратный? Нет. Ну, правильно. Да вообще хорошо так вот, расставить можно. Ну пусть так. Ладно, так оставим. Интересно это очень дело, а чем мне это кажется. Интересно? Чем это интересно? Ну как-то вот я делаю с любовью, с интересом, вот очень много рисунков делаю, чтобы сделать какую-то вещь, продумываю это. Ну, мне интересно кажется. Это, скорее всего, из специальности вытекает. Как у тебя? Почему вытекает? Ну, потому что, например, многие пластические там позы, все это. Берет и все-таки станция. У меня, например, это Зигрифт последний. Там, по-моему, все очень многое взято именно из станции. Даже именно не то, что именно такая поза в балете есть. Я не говорю. Ну, а в общем все. Постылые, скудные слова. Не пропала молодость, молодость жива. Нас водила молодость в сабельный поход. Нас бросала молодость на кронштадтский лед. Боевые лошади уносили нас, на широкой площади убивали нас. Но в крови горячечной поднимались мы, но глаза незрячие открывали мы.
Ирина, ну это последний урок, да? Да, это наш последний урок. Ну и как, вы уверены в экзамене? Да я думаю, что они должны сдать неплохо экзамен. Волнуюсь, конечно. Ну, девочка, а вы как себя чувствуете, Наташа? Очень много устали, но настроение бодрое. Я когда приехала сюда, то почему-то мама вот говорит, что я была уверена, что меня примут в училище. Помню, как этот день, когда нас принимали, когда мы попали в класс домой. Это педагог, который из нас сделал очень многое. И мы хотим ей сказать спасибо. Руки, Верочка, держать, внимательно, ноги все напряженные, сильные. Таша, спинку расправляешь, помнишь, да? Шейки помнишь, все время. Вот я хочу, чтобы вы очень собрались на этот экзамен. И все могли сделать, все, что, чему вы выучились. Еще раз встань и вытяни ногу в сторону. В сторону. Вот. Нет, нет, нога.
Ну, стой. Колено. Еще колено. А тебе хочется учиться балет в этой школе? Очень хочется. Приняты, девочки и мальчики. Каратаев Лева, Калугина Люда, Красенкова Аля, Сыпина Надя, Тимофеева Марина, Абасова Вера, Залманова Люся, Смаругова Люда, Трифонова Люда, Комарова Наташа, прошу не расходиться, Алешина Лена, Кондратьева Рима, Спиронкина Начинается новый учебный год. Я уже в 4 классе. Извините, у нас урок.